Главный командный пункт уничтожен. Извините, товарищ генерал. Лишь недавно учились мы в классе десятом, и часы проверяли по школьным звонкам, а теперь привыкаем. А что, морякам желают 7 футов под килем, а вот что десантникам желают? Чистого неба. Неба. Головой. И чтобы не быть крайним. Выше нас только звезды. Ну да, вызывает сильнейшую навеску. Помеха отныне для нас непогода, промокая до ниточки, мы не ворчим. Предстоит нам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Предстоит нам всего за каких-то 2 года, предстоит нам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Порою команды звучат рисковато, в нашем деле секунды решают успех. Нужно очень любить свою землю, ребята, чтобы падать с небес, как на голову снег. Нужно очень любить свою землю, ребята, нужно очень любить свою землю, ребята, чтобы падать с небес, как на голову снег. Долго носить эту форму, ребята, только будет всегда до седин на висках. Та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. Та закалка, что вы получили в десантных, та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. Солдатские письма летят к адресатам, и поймут адресаты по этим листкам, как тепло их сердец помогает десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. Как тепло их сердец помогает десантным, как тепло их сердец помогает десантным.